Хоть тебе и 50, выглядишь моложе ты, черным золотом богат и людьми хорошими. И, наверное, от того возраст твой не верится, город детства моего, над рекой Медведицы, город детства моего, над рекой Медведицы. Крещенские праздники завершают череду зимних православных святок. Крещение – один из самых главных православных праздников. В этот день церковь отмечает вхождение Иисуса Христа на путь служения людям. По преданию, Сын Божий прошел обряд крещения в водах реки Иордан, и сегодня во льду рек делают прорубь в виде православного креста под названием Иордань. Считается, что в крещенскую ночь вода приобретает чудесные свойства и становится целебной. А если набрать воды из речки или запастись освященной церкви водой, то она сохранит свои свойства весь год. И в этот день впоследствии святую крещенскую воду используют в церковных обрядах, дают пить больным, освещают жилища и поля. Говорили также, что тот, кто на крещение искупается в ледяной воде, будет весь год здоровым. С крещением Господним. Господь освятил воду, даровал ей благодать Святого Духа. И все те люди, которые вот сегодняшнему празднику приобщаются и пользуются этой водой, вот освящаются Святым Духом. Желаю, чтобы сегодняшний праздник послужил нашему исправлению, началу христианской жизни, чтобы мы с вами становились все духовно сильнее, сильнее, сильнее и богаче, и всех победили. Да. И мир во всем мире. Да? Спасибо. Спасибо Александру Васильевичу Назаренко, главе городского поселения. За организацию этого праздника. И купель была организована очень хорошо под мостом. Мы освещали воду вчера и в Александровке, и в Жирновском Фоке, и под мостом, и здесь ночью везде было освещено. Все люди, желающие окунуться, набрать освященной воды, послужить службу, все это было учтено. В разное время везде службы проводились. В Жирновском центральном храме Святого Духа Утешителя с утра было 6 часов служба, и водичка раздается. А в доме-интернате там тоже у нас приход святителя Николая функционирует давно уже. И там служба еще пока идет, но тоже там воду можно будет набрать. И в течение дня до самого вечера набирайте водичку. Миленькие вы мои, неужели нельзя сделать лестницу, а? Где? Ну вот с горы сюда. Я думаю, у вас еще есть физическая сила и здоровье. Давайте сделаем санитарный день и сделаем сюда дорогу. Вот эти руки, вот, ему 66 лет. Он обустроил, он сделал купель, построил, он построил часовню. А вам? Вы не старше, и я такой же. Давайте вместе придем. Мне уже 75 лет, я живу во Франции. Вы хорошо выглядите, молодец. И давайте ступени сделаем. Ну сколько, 4 года назад я говорил тоже, нет, батюшка. Говорить можно одно, а делать другое. Санитарный день. Сделаем и сделаем ступени. Сделаем обязательно. Наступает праздник крещения. Знаешь, ждешь его ты всегда. День добра, тепла и веселья прямо посреди января. Небо в этот день голубое, радуется все на земле. А вода вдруг станет святою, посмотри и в чудо поверь. Хочу тебя поздравить с этим днем, знамечательным святым.